Этим юношам и девушкам предстоит определять будущее России, строить и развивать промышленность, науку, образование, экономику, здравоохранение. Паспорт гражданина Российской Федерации ребятам вручил глава округа Руслан Заглавацкий. Со знаменательным событием в жизни юношей и девушек поздравил и депутат Московской областной думы Максим Коркин. Торжественная церемония в знаковом историческом месте города Орехово-Зуево в стенах Зимнего театра надолго запомнится ребятам и их родителям.